Ой, Макс, что хотел, Руслан, нету с тобой, значит. Мы сегодня вон это, с Керчем сидели на работе, смотрели обзоры этого DayZ. Это прикольная игрушка, но там вопрос куча только есть по ней. Я сегодня вуд весь срал. Что ты? Вуд весь срал, меня сегодня читер завалил. Подано. Все-таки там есть читеры? Ну, редко. Он, короче, берет всем пятерым в голову убивает. Москвича они там на длине. Если хотят тебя подлечить немножко, не срослось. Чудно. Ух ты, ребят, да у него ВХ, ёп. Да ВХ, ёбаный в рот. Подожди, только в дырку залез, выдернул, понял, убежал, блядь. Паш, тих нахуй, вот дырка, блядь. Ну вот видите, все прекрасно получилось. Я рандомно чисто убил, мне повезло. Ну и нормально. Ну всегда. Не важно как. Главное, что убил. Я снимаю сейчас. Я тоже. Перепустил я эту. Ладно, пацаны, это был чистый скилл. Кидай, вот это меня швырнуло, прикинь, от стены в это. Или крысит, короче. Один он пишет. Что, нет там на это, на трубах? Да нету вообще. Нету. Вообще нету, ребят. Я прошел в первый, не было никого. На вагонах. Единица, наверное. Как они пробежали-то? Ой, пиздок пошел на первый. Граната! Вижу. Держись. Благодарю за помощь. Еще бы чуть-чуть и спасибо тебе. Победа за нами. Проще простого. Защитите стратегические объекты. Может, в другой раз. Ух ты, нихуя что он творит. Где? Внизу. Под нами. Да, поезда. Спасибо, дружище. Эх, ты снялся. Вот, читап. Берли, что ли? На поездах был снайпер, во всяком случае. Так у меня чувак снял. Возле снег. Ну вообще полумертвый. Ой, второй этаж. Ой-ой, отлично. Не, Лёш, это болтовка, это всё нормально. Я тебя снимаю полным ракурсом, давай минируй быстрей. Мы победили. Бомба обезврежена. Болтовка такая. Защитите стратегические объекты. Не, читак, это нормально, это болтовка. Просто немножко скорострельный. На первую! Ах ты, блядь, скотина, это нет было. Они там резнулись. Там сидит, еще там идут. Да я знаю.
Так двое, ой, трое, а что-то у грузовика. Один что-то у москвича бегает. Рясует. На поездах рясует. Да, он машина. Видел? На машине был. А, Смолянин, ну скажи, сзади него. На серый сзади. Он не в скайпе? Вон, видишь, серый. Ой-ой-ой. Вон серый на этом, на этом. Можно было просто Максим, Смолянин и Самец зашли бы втроем бы играли. Куда? Ну вот здесь просто против них. Сзади просто между стеной и поездом был. Смотрю, вы втроем в основном и играете. За тобой пошел, наверное, он тебя видел. Но не факт. А он слышит нас, да? Ну, наверное. Я с ним по телефону общаюсь. Это два. Наверху, наверху! Печально, ну ладно, чё. Да я, короче, вот сильно тупанулся, надо было мне прилечь там. И я бы не знаю. Садись, Кирч, 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 подсади. А, не надо. Поберегись! Опять на поездах там. За москвичом кто-то есть, Кость. Ага. Да-да-да, меня уже смалит кто-то здесь. Где? За москвичом. Сука. Ох ты, что, в кузове сидит один, спрыгнул. Ресуется, там в вагонах. Ресуется. Тебя на респиане. Сверху Эх ты, как я его просмотрел. Вот их 6 человек, они 2 меда, блять, они ресуются. У нас один я, нахуй. Сейчас меда возьму. Меня убивают и пизда, ебать. Ну здесь кучка вообще. Он опять раснул. Пошли, длина поляна заходит. Сейчас будет заходить один по длине. Вот на поляне. Второй мед заходит туда же. Здесь вот он прям стоит уже на поляне. Хочет грену взял. Сейчас вам кидать будет. Другой пошел, длина уже там где-то на двойке. Смотрите, сейчас обойдет. О, Смоляне снял его. Вон он там на поляне походит, Артём. Успел резнуть. Он возле ящика, да? Вот, отлично. Отлично вообще. Взорвите один из объектов противника. Два? Да. Здесь надо, на втором есть. Граната! Граната! Кидаю гранату! Граната пошла! Эх ты, блядь, у синей машины, тварь! На первом этаже зашла. Максим, развернись. Нам в маленькой уже бегает, где длина. Эх ты, у себя там, прям за трупом сидел. У себя наверху. Да, с читаком бегает. Народ за бомбой заряжается. Здесь, нет, бежит. Отлично, и там еще это, Артём. Снайп прям тебя палит. Лёг там и палит. Палит, палит, палит. Грен, куда ему, закинь туда. О, мочи. Отлично. Они выходят. Да пусть выходят.